Прошу садиться. Судьи занимают свои места. Импровизируемый зал заседаний переполнен. На скамье подсудимых двое. По данным студенческого следствия, подсудимый, как главный герой романа Достоевского, из-за денег убили ни в чем не повинную старушку и ограбили ее квартиру. Здесь же горем убитые родственники, но, по словам судей, эмоции здесь излишни. Действовать нужно строго по букве закона. Мне всегда хотелось попробовать себя в роли судьи, почувствовать, каково это – судить и при этом не осуждать. Государственный обвинитель в первую очередь должен быть честным, беспристрастным и принципиальным. Это самое главное качество. Адвокаты спокойны и расчетливы. Любым путем пытаются найти лазейки и добиться смягчения наказания. Как настоящие профессионалы, студенты продумали каждый шаг от преступления до наказания. В материалах игрового дела имеются даже фотографии с места преступления. Они больше усваивают, запоминают. И если даже случаются какие-то ошибки, вот, например, здесь в модели игровой, они запомнят это и, возможно, не повторят уже в реальной работе. Сделать игровой процесс учебным предложили преподаватели академии. Прежде чем перейти к уголовному процессу, студенты изучили тонкости гражданских дел. Эксперимент оказался успешным. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.